Приветствую вас, вы знаете, вот прочитал я ответы на ваш вопрос и не оценивая их, могу сказать, что у меня немножечко другое мнение на ситуацию, которая у вас произошла, я постараюсь свое мнение высказать и обрисовать вам картину того, почему мужчина так себя ведет. Значит, пожалуй, начать стоит с того, что если человек пропал, как вы говорите, то есть вот так вот резко, без предупреждения, да, исчез из вашей жизни, то это означает, что как минимум человек, ну, довольно серьезно, акцентированно преследует свои интересы. И это значит, что человек значит, действует только вот в тех аспектах, только в тех ситуациях, которые ему как-то вот важны, которые ему интересны, которых он чувствует себя выигрыш. Исходя из этого, можно сделать вывод, и на мой взгляд, вывод довольно-таки такой серьезный вывод, что мужчина напоминает о себе вам для того и потому, чтобы вот вернуться к вам вновь. Ну вот такой вот человек, да, так вот он себя ведет. То есть его именно интересует вот как раз собственная выгода в первую очередь, и именно поэтому он значит, так вот себя ведет с вами. Конечно, можно только гадать на самом деле, для чего конкретно ему делать то, что он делает, но его позиция идеально вписывается в концепцию, направленную только на самого себя, по сути дела. Вот. По крайней мере, так я вижу эту ситуацию. По крайней мере, так мне видится то, что происходит у вас сейчас. И вы знаете, я не разделяю позиции своих коллег относительно того, значит, будете ли вы, например, ждать этого мужчину, или вы не будете ждать этого мужчину, а просто это вам решать,
Просто-напросто старайтесь понять одну такую простую вещь, что человек будет действовать так и только так, как ему выгодно. И в этой ситуации он думает о вас, вот, то есть он думает о себе, прошу прощения, он думает о себе, и он будет продолжать также думать о себе. Значит, время, пока его жизнь не научит, что нельзя думать только о себе, нужно думать еще и о других, и только тогда можно будет рассчитывать на какие-то возможные отношения. Вот. Так что мужчина это делает, исходя из своих интересов. А в этой ситуации вам, конечно, очень тяжело. Потому что, наверное, вы испытываете надежду на то, что, где-то в глубине души вы испытываете надежду, что может быть, мужчина проявит к вам симпатию, и вы будете вместе. Вот. Но, к сожалению, я думаю, что в этой ситуации не стоит тешить себя ложными надеждами, потому что если мужчина позволил себе спустя 2 месяца опасть, то значит вы его чем-то не устроили, а вот сказать вам об этом мужчина не захотел, тут уже много есть вариантов. Вот. И, собственно, он вам напоминает о себе, чтобы он не пропал, потому что для того, чтобы вы не знали, как обстоят дела, чтобы он потом мог так спокойненько вам объяснить, почему он так поступил, и иными словами постарался бы себя оправдать. Вот. А надо сказать, что именно в его поведении нет ничего плохого, именно его поведение, оно нормально, но оно не учитывает того, чего хотите вы, и именно по этой причине я не рекомендую вам вообще как-то с ним взаимодействовать и как-то рассчитывать на него. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.